Держи. С красивым. Тихо, отстань, здесь тоже снимали. Думал, ладно, сенсей там в этот рулит. Я на него посмотрела. А здесь прям... Нет, я его почувствовала, что он как-то так. Это уже второй раз. Ой-ой-ой. Я вашу это страшно. Да, это все. Серёжа, аккуратно. Ну, я так, кривляюсь чуть-чуть. Эй, крутись, крутись! Сейчас. У меня пёрышки вот так, да, а я танцульки хочу как раз. Блин. Ну, ну. Блин, знаете, ребят, я давно мечтала поставить. Во-во-во-во-во! Кто-то мечтал поставить? Я мечтала поставить White Spirit колыбельную. Руслан знает эту песню, да? Мне очень хочется ее поставить, только в каком ракурсе у меня такие вот раздрали. Сереж, послушай, может, тебе тоже какая-то идея. Потрясающий трек. А эта композиция под вот что? Это подо все? Славянская песня.
Очень красивая, с безумно серьезной синей кожей. Уже скинул. Но она медленно начинается, но потом такой прям бум. Может, это песня про Россию. White Spirit, белый дух, да? Белый дух, не помню. Ну, спирит же дух. Спиритизм. Перевод, да. Алина, а ты можешь мостик сделать в колесе, когда стоишь, только животом коснуться, выгнуться вот так? Упор, вот где у тебя левая нога, так только там... Как же ей надо так извиваться? Ну да, вот я, может быть, сможет. То есть подняться упор ступнями плечом, а живот поднять до дуги, до верхней. Ой, вы что, а я куда-то упаду. Так я и спросил, можешь? Слышишь, это могу, но... Да, слушаю, сейчас послушаю. Одноразово мы все можем. Она очень медленно начинается, но то, что там дальше происходит, вообще очень круто. Вообще здесь, конечно, массовку было бы классно. Летом можно выехать и снять. Тихо, мама начнется, коснется. Ну, можно когда через гуляй поехать, если в этом году открою. Это где? На Хапре. Ну, международный конкурс. Танцы, песни. И месяц уж помню. Прям сказка такая. На такой максимум идет. А? Как сказка такая, как без слова. Да. Ой, Лёля, усни, а я буду тихонько тебе напевать о ветрах. Теперь понимаешь, о чем я? О лютых морозных, о зимах студёнках. Она вот больше для какой-нибудь такой темы, а не для русских. Нет, подожди. Да? Как это называется? Люля-люля, девочка танцует. Thank you.
классно. Но вот роковые напевы. Да, миленький, сейчас собирай домой. Они такие буф-буф-буф-буф-бум. Ну и надо. Еху! Или как там? У-хи!